дальше, блядь. Придурок, сука. Тогда смысл им, понимаешь, они-то это понимают. Значит, надо и там строить. Ой, смотри, что делать. Осторожно. Что это с ним? Ты смотри, что делать. Ударился и уехал. А что это его так закрутило? Он же обогнал. Он обогнал, потом его вот так вот давай кидать. Смотри, уехал. ГАИшник остановил, а он бы поехал. А может, не может он остановиться? Все, поехали. Давай, я за рулем, мне некогда. N321, OE90.
дурак, ты на встречке стоишь. Ты на встречке стоишь, идиот. Ты вот там поедешь. И лишишься прав за свои нарушения. О, 269, УАЗ, 197. Что ли? Да, ты не проедешь по встречному колесу. Да, а ты не можешь, что ли, здесь немножко отъехать? Ты, ну, не видел, что здесь сюда стоял грузовик, здесь была вообще-то помеха. Поэтому помеха, я и поэтому ты обезжал по встречной? А как ее обижать, если он здесь стоял сломанный? Он не стоял здесь сломанный, его, когда вообще-то, подъехал. Его вообще-то ранили на этом, если ты не видел. Он стоял здесь на аварийке. Не стоял он здесь. Когда я подъехал, у тебя уже не было ничего. Уважаемый, я вообще-то стоял, потому что его здесь отодвигали на этом, на эвакуаторе. Если ты не видел, то его твои сейчас проблемы. Нет. Ну хорошо. В чем проблема? Что, не можешь отъехать, что ли? Нет. Почему? Потому что я хочу ехать здесь. Потому что там островок безопасности, ну, если я слезаю. Я, в принципе, не тороплюсь. Это я ГИБДД сейчас вызову, что проблема, что ли? Вообще, откуда взялся такой умный? Да, из России. Уважаемый. Из России. Я сейчас ГИБДД вызову. Ну, вызывай. Я вообще-то сам в ГИБДД работаю. Так что у тебя ты в ГИБДД проблемы. Работаешь? Да. У меня так проблемы? Есть. Замечательно. За это ты заплатишь.